Уютненько. Не знаю, это надо спрашивать. Так что это, Костя? Это остатки самовара. Где-то здесь краник был, а где? Краника нет. Да. Самовар без краника. А, это бессмертник. Да, бессмертник. Ох, какая печка. Вот на ней, наверное, раньше спал. Конечно, на ней спали. Зимой. Зимой. Сильно набьются кучи и греются. Вот, написано. Убедительная просьба на кровати и стулья не садиться. И печь. Ну, на печь тем более. А вот это, смотри, какие интересные цветы сделаны. Ага. Машинка. Давай сюда быстренько зайдем, посмотрим. Да, вы заходите, посмотрите. Да, вот стрепуха. Это вкусно будет заводить. Только светлый, когда колонны светлые. Как они могли дать этот план? Грабель они тоже так же самые грабели и самые. Берется, посещает тебе какое-нибудь вдохновение, берется свиная салон кверху, ну, небольшой. И дубовый маховик, когда сидишь на яре, то маховика хватает на шедевр за фигачки. Очень просто. Глина под боком. И ну, да. На лобке. То есть засыпается зерно, как вот ты повращал, вот оно устроено, палочки набитые железяк. Ага. Ну, жерновато. Жерновки, да. И это перемалывается. Он просеивается, фуру, мусор, себе, кашу. Между камнями. А, зазорка. Да. Да. Помол, да, да. Нет, крупный. Где ты ее отдавать не хотел, тоже есть такая. Да, видать, лег, да, ты не стал. Уважаемые гости, здоровья, Валя. Ребята, идут.
клеточку, блин, да? Please.